девочки же на столе у тебя грудь не будет. Вот. Нам покой. Вкуторячку. Мы можем сделать. Давай, значит, так, широчайше сделаем со станом тяги. Только тяга будет не просто там привыкла, а к пожиму. Ты будешь упрямляться, повторение упрямляешься, повторение тянешь. Повторение упрямляешься, повторение тянешь. Вот задача, чтобы широчайшую снизу затронула. Потом тяга одной рукой, а ты сделаешь то же самое, только гиперэкстенсивно. Это будет наглядный пример вам просто. Прямо снизу вверх. Да. Еще чеши отстает. Потом принято. Три, четыре, пять раз сам. Как вообще у тебя представление стало утягиваться? Я так понимаю, не в полном походе, да? Нет. Вот как ты вот представляешь, и стало утягиваться? Что ты делаешь? Приси на место, да? Сюда. Ноги качаются. Здесь у меня расстояние достаточно для того, чтобы сделать вот. И твое движение самое главное, как ты вращаешь, значит, вниз находился не до уровня, чтобы таз выше плеч был, а плечи чуть выше. И надо прожатой спине, то есть не на прожатой, а напряженной. Движение получается, когда вверх ты начинаешь идти, у тебя уже плечи приподнимаются сначала. Синхронно плечи приподнимаются, прижимаешь широчайше и встаешь широчайше. Вниз уходишь. С самого низа я уже начинаю прожимать. Чуть-чуть, да. Здесь стоишь. С помощью нее. Жарчайше, да. Поднялся. А изначальное движение я ее вытаскиваю, да? Но напряжу, не вытаскиваешь, ты ее напрягаешь. А руку не жарчайше положу. Вот она, видишь, можно вот раздвинуть, вот я вот. А я ее прожимаю. Я сам, видишь? Вот. Она постоянно в напряжении получается. Да. Постоянно в напряжении и одно повторение вверх. Одно повторение тянешь. Вверх. Тянешь. Алло! Не ходим со штангой. Поставь. Носки где должны быть от штанги? Вот. Вес большой можно взять, ходить не нужно. А внизу ничего нету, ни шаги. В зеркало смотри. Не поймись. Тяни. Вставай. Зачем мою руку-то прижимать? Да и куда ты мою руку-то прижимаешь? Зачем ты встаешь? Тягу в наклоне делай. О, давай. Локти волны. Когда будешь тянуть, локти волны. Без остановки. Быстрее. Все, так мы быстро скачаемся. О, больше ход плеч. Дыши, дыши, руки вам мыты. О. Широко, 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 что за туалет там? Галя 80 килограмм штангу тянет, блядь, что, по штангу поднять не можешь, что ли? Во, сильнее, сильнее, раскачай. Без
разбилась, разбилась, и сильнее плечиком. О! Есть больше плеч. Давай, 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 давай. Ставим. Видишь, даже ноги не стабильны. Может, заканчиваем? Все, пошли. Пошли, как попробуем. Да? Да. Да. А, еще есть? Ну, так я попробую. Потом. Так. Молотин, да, чуть-чуть. Ножки ему не входят, молотин, да? Тебе казалось. Вот вперед. Локти ровно по одной плоскости. О. 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 Выше. Выше, выше. Выше пошел. Растяги плечи, ход плеч. Больше ход плеч, Миша. Еще. И еще раз. Не надо меня это. О. О. Руки до конца не выпрямляются, только плечи. Вверх, плечи вниз.
И еще раз. Молодец. Не выпрямляй руки, наконец-то. Следующий вверх. Еще. Быстрее. Еще два. Еще раз. Еще четко широчишь. Сорок. Как было? Дышать-то будет. Еще два. Еще раз. Молодец. Что? Мне хорошо, мне хорошо. Что он там тихо-то еще? Не тяжело. Сговорчивый, значит. Я приболтал, приехал, соскучился. Тренировать надо. Надолго в Москву? Я, походу, отсюда не уезжаю. Я уже из Москвы уехал в Ульяновск, в Ульяновск, в Казань, из Казани в Иваново, сегодня, сейчас, сегодня-завтра, завтра поеду в Питер. Сюда приеду, наверное, 1 или 2 ноября опять. У нас сейчас очень, я понимаю, год на тренировке. Очень было не записаться вообще. Все расписано, да, сейчас я выкидываю. Не было сразу, все. Плечо, держи. Правое плечо почему выше другого? Контролируй. Еще раз. Хорошо. Что, ничего плечо одно вытаскивает? А, Миш, ты устал? Да нет, ну всегда проблема с левой стороной была. Я его хуже чувствую. Ложись на живот. Проблема смещается в грудной отдел. Дожимается. Тренируюсь, хлоп, сразу все. Частенько бывает. Из-за этого диспропорции. Голова есть, левая права. Обседай, если он уходил от тебя вечерами. Кто-то не стянет. Не, я ничего не трогаю, мне надо. У меня тоже было такое ощущение. Без замаха, без замаха, без замаха. И вверх. Молодец, здорово, еще два. И еще раз. Очень хорошо. Хороший, молодец. Здорово. Очень хорошо.
Хватит, пойдем в эту потемную дверку. Стоп. Все, забыл. Кидай гантельку вниз. Гантельку вниз кидай. Не ходи с ней, а то побольше дам. Вставай. Вот это не широчайшее. Все, что угодно, будет широчайшее. Широчайшее будет только ставишь упор у тебя не на этой ноге, а на этой. Ага. Вот. То есть, ну, грубо говоря, вот здесь. Здесь просто ты чтобы не перевалиться, что ты ногой держишь не себя, а только гантель. Вот смотришь, упорная сторона зафиксирована. Только тянешь брюст. Не должно быть вот такого. Движение. Растянул. Подтянул. Движение не рукой, а лопаткой. Плечом. Слышала, по крайней мере, и чтобы у локтя был не острый. Но если тянешь плечом, то просто она болтается и в принципе... Причем при этом, чтобы инерция качания гантелей не было. Попробуй-ка так сделать. Как будет? Еще раз сколько? Ты делаешь есть, вот это вот движение. Вот смотри. Да. Гантель в одной плоскости. Тащи. Ключ тащи. А что ты плечо остановила? На синтрубку стала сгибать. Плечо-то почему это плечо выше, чем это? Ну, это просто... Ну, вот, вот. Поставь, оставайся, да, сейчас берем. Бери гантельку, бери гантельку, бери гантельку. 2 килограмма? Я вот 20-ку взял уже. Ну, ладно, надо будет не въебываться. Галиночка. Чего ты такое? Ты же молодец у меня была. На локоть. На локоть упор делает. Да, спинка ровненькая стала. Смотри, красиво, во-первых. Это красиво, во-первых. Да. Ну, ручка вытягивается теперь. Плечико вверх пошло. Вот, да. Только у нас гантельки теперь не раскачиваются туда-сюда. Она в одну плоскость старается. Плечико тяни вверх, одну руку. Ручку сгибай. Плечико выше, выше. Во! Во! Плечико выше.
Тихо, Олесь. Кто дышать-то будет? Вперед, не тащи его. Как дела? Ну, не тяжело. Больше на вес? Дай свою гантель. Отстать же? Нет, нет, я тогда делаю, это одна такая будет, скажу. Хилецкие обе будут. Гантель маленькую зафилонила. Не майку нужно, нужно, что плечом сюда, в этом положении, да, и тут плечом вверх. Вот так, во. Вот, вот. Вот так. Сжимай самостоятельно, если вес маленький. Тоже напрягаем, мы остались на плечи. О! Еще. Еще два раза. И еще разочек. Есть? Ага. Во! Выше. Руку до конца не знаю, чтобы плечо вверх. Вниз. О. И еще раз. По всем упражнениям, вот я кроме них ничего не чувствую больше. Все куда можно. А в Гале вообще легко. Он говорит, напарник у меня хилетик. Вообще горит. Ну то ли маленькими дают, не будем все больше тренироваться. Так, ровно? Я на тебя обиделся, все. Меня? Конечно, один подход в филоне или блин. Не инерционно и не дергай снизу, да? Вот так. Выше, 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 выше. Плечо выше, выше, выше. Вот так. Здорово сейчас. Плечо выше, 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 выше плечо. Не должен локоть быть выше плеча. Вот здорово сейчас. Вот это здорово. Еще. Давай, 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 давай. Еще. Еще. Не бросай вниз. Еще два. Еще два. Молодец. Сейчас хорошо было, да? Ага. 12 намного будет, 11 можно взять было бы, да?
его ручку не упрямляй до конца. Чуть-чуть печёный. Ведь, Саш, ты спортсмена сейчас готовишь, нет? Вот его сейчас готовить будет с моим спортсменом, видишь? Это мы уже сами подготовили. Делай. Получается. Нерви. И вниз тоже придерживай. Ну, вот. Во! Еще. Еще два. Еще раз. Молодец. Вообще все куда надо. А? Все куда надо. Сейчас темп хороший взял, только вниз чуть-чуть. Контроль. Я прям как будто вот этот лучший подход был. Да, прочувствовал. Потому что ты попал понял, в ритм с дыханием, да? Мы только вниз сюда подкинешь, чтобы не бросалось. В таком темпе можно уже веса добавлять. О. Держи подконтрольно. Пониже чуть. Без рывка только. О! Жестче. Выше. Прожимай. Еще последнее повторение, очень важное. Еще раз. Сейчас с Юрой работаем. Сейчас в Индию готовится. Вот. Но я больше веду тренировочную историю, технику. Если там с кем-то по спортсмену работать, все равно человек будет что-то делать через доктора. Ну. Ты слышал про мой клуб, да? Да. А я вступил у него. Есть. Вот там Анвар, доктор, который у нас уже есть, как эндокринолог. Вот я работаю с ним параллельно. То есть он выстраивает все сначала, чтобы по здоровью все было нормально. И вот отношения с ним, вот коммуникация, все эти истории выстраиваем. Просто помню, у вас был некий прайс, и в одном из них было. Ну, одно из подразделений, то, что подготовка. Мое, как оно отдело, единый прайс, остальное это напрямую с ним. То есть оплата. Там у меня какая ситуация? Если, знаешь, по каждому вопросу, скажем, прыщу ему звонят, это еще 20 тысяч рублей он берет. Если грубо консультация, которая нам хватает, то есть мы все вот разобрали, у нас есть месяц там образом, да, там 5 тысяч рублей взяли, и когда следующую консультацию, разовую консультацию, у него 5-5 стоит. Но все распределение, все под контролем, как мы говорим. Сколько в целом стоит? Я за свои часы беру 40, он берет 40 это в месяц, да, получается? Если мы берем, допустим, 3, то, по-моему, у вас 3 месяца как-то там по-другому было. Я не делаю сейчас так. Мне проще, понимаешь, даже легче по консультации делать. 40 это, ну, во-первых, готов ли человек это делать, потому что, ну, грубо говоря, есть определенная схема, механизм отчетности. Через клуб сейчас очень интересно, даже можно сейчас через клуб пройти вот эту историю, которую я прикинул, да? Я всех новых клиентов сейчас буду прогонять через клуб. Когда ты арифметрику составляешь, там есть момент, вот ты, например, прочувствовал упражнение. Запиши ощущения. То есть там вся история, и я, может быть, не нужен буду. То есть у меня нет задачи сейчас человека подсадить, чтобы он не платил там бабки. Да, потому что, по большому счету, очень маленький процент людей, с которыми я получил удовольствие работать, потому что они не выполняют то, что я прошел. Это серьезная работа. Я не считаю, что они заплатили денег, я им что-то должен. Я ни хера не должен. Ты все равно будешь делать свою работу сам. Поэтому мы решили создать клуб. На основании него, если человек шевелится, мне нужно будет подключиться и только чуть побольше пинка дать под жопу. А он уже начинает сам делать. Например, там вместе сегодня с Юрой, да? Юре нужна поддержка больше. У него питание там, по большому счету, чувствует свой организм. Мы говорим уже на одной волне. Где-то я говорю, слушай, надо его остановить где-то еще куда-то. То есть вот этот момент коммуникации. Выстроить технику тоже можно. Для этого мы все равно на тренировку надо идти. Если в онлайне, я тебе так скажу, человек из другого региона не может приехать. Если мы с тобой за там, несколько тренировок можем это выстроить, то с ним это 3 месяца придется работать. Mm-hmm. Потому что я ему даю рекомендации в отношении видео, которые мне присылают по технике, и я ему говорю, что надо сделать. Не у всех есть чувство того, что как нужно, например, нужно тактильно, например, согласись, да, когда тактильно чувствуешь, трогаешь, да, сразу начинаешь тут же в моменте смотреть, да. А это такой процесс идет.
середины ручки. Запускаемся вперед. Сильнее вперед. Есть. Во. Вот так. Вот. Двигаться не полно плечи вперед. Еще раз. Чуть-чуть можно меньше. Чего? Вес. Галя, меньше веса надо. Галя, покажи лук снизу. Давай с этим. Давай попробуем. Сейчас посмотрим. Он нужно верхнюю часть широчешь, мы тренировали. Вот ему колесико. Не поднимешь, так, не поднимешь, так, не поднимешь, тянись вперед. Мужиков я за грудь беру, а как женщин вроде, не понимаю. Нет, наоборот, сутулиться. Во, отсутулиться. Вперед наклонилась, тяни, оттянешься. И теперь за то положение, вот это, плечики назад. Во, меньше веса. Во, давай поменьше. Без рывка, Мишаня. Поплывут. Вверх смотри, вверх смотри. Еще. Еще. Что же не я делал, да? Все, точку сделали хорошую. Поменьше. Руки ровненько держим или можно немножечко сюда? Как тебе удобно, чтобы плечи не забивались? Вы сама что тянул плечами. Угу. Если ты можешь, я просто так, как будто лучше растянуть могу. Ну, хорошо. Если чуть подрошу. Хорошо. Все, плечи не забирали. Сами тренируешься, 80, 100 килограмм. А? Я говорю, когда сам тренируешься, 80, 100 килограмм вешаешь. Чего? Здесь 27. О. Молодец, еще. Без рывка тут, плавнее. И еще два раза. И еще ручку. Все упирается очень сильно в дисциплину режим. Знаешь, когда говорят, готовишь или нет, я помогаю больше. Вот приходишь, что-то не получается, ну давай, это сделали. Потому что здесь очень важно по здоровью же брать на себя, а вся поддержка идет все равно от доктора. Здесь такая работа в паре идет. А если без поддержки? Без поддержки чего? Доктора. Ну, здоровье,
я сегодня занимаюсь больше теми, кому восстанавливаю здоровье, чем кому-то здоровье рушу, понимаешь? Потому что все равно назначение любой фармакологии, да, должен быть. А? Я не про нее. Или имеется в виду, что готовится? Мы сегодня жизнь. Как говорим, опять же, можно ли делать? Все равно, что можно делать, что нельзя. Что она позволяет делать, что нельзя, например, потому что железа не хватает. Как он будет тренироваться? Почему не хватает железа? Потому что в этом запасе. А если мы сегодня будем насилием, двусторонним насилием к организму, если мы не хватает, то это нужно дать грамотно, смотреть за реакцией. И все процессы, которые происходят в организме, понятно, что очень много головы идет. Голову на себя беру, тело на себя, но с точки зрения внутреннего здоровья и гормональной системы для доктора. Вот. И мы с ним в паре, то есть не просто так, это вот утроить вот диалоги. И каждый должен четко быть уверен в том, что он делает. Сейчас, например, девочка пришла ко мне, хочет тренироваться. Ну, просто нет, выступать. Нет. Нет? Там месячных нет. Я сказал, нет, я не возьмусь, пока не восстановлю. Он говорит, буду делать, что скажете. Ну, теперь мы два мужика ждем женских месячных. Все понимаешь, да? Мы, да, да. Но нет, я имею в виду образно, да, кто-то так, вот мы теперь совершенно другая ситуация. Глава мы были с тобой это самое. Два самых счастливых мужика будем, когда вы девчонки месячные. Но пока все не восстановится, здоровье, никаких соревнований плечи быть не может. Зато человек раз, понимаешь, расцвел, кожу поменял, все поменялось, да, немножко процесс начался восстанавливаться. Мне больше это. Если человек говорит, что хочет выступать, то какую цель преследовать? В смысле, зачем? Для чего? Цель. Сейчас очень много поклоняться начинаешь еще на штуку. Бросать на слово. О. Класс. Здорово. Сейчас чувствуешь сама? Говорили, лучше тренироваться. Надо было раньше так какой-то разговаривать. Смотри, вот, чтобы сильнее было тренировался. Молодец, сейчас здорово, очень хорошо. Не тяни, тяни, тяни плечами. Плечи вперед, плечи назад. И еще разочек сама. Молодец, здорово. Сейчас лучше будет, да? Много сразу по весу. Больше там, причем. Плечи вверх, плечи вниз. Не перезажимайся сам, плечами. Больше динамики. Пошли, 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 работай. Не зажимайся, не зажимайся. Больше. О! Еще, быстрее, быстрее, быстрее. Плечи вверх, плечи вниз. Плечи вверх, плечи вниз. Еще плечи вверх. Еще. Без рывка, я помогаю. Еще два. Ну, поговори со мной, уже не хочу. Ванечку. Заметь, ты сама это поставила. Все, все. После этого хочется меньше. Затылка, да, локти вперед. Вот в этом положении локоть точно в нижнем, где затылок, локти вперед. Вот, здорово. Спички вверх. И еще разочек. Молодец. Не больно? Да. Нормально?
ощущения? Очень приятно. Нормально, да, когда мы вот так? Ну, у тебя не так, тебя не волнует, видишь, они тебя трогают вверх и долго. Так, если тебя было вверх, когда ты тянешь в стороны, ты не вверх стараешься, в сторону тянешь, и локти у тебя как будто в сторону, ты не волнует, и вверх тянешься в стороны. Ага. Миша, в стороны тянемся, понял? Не филонь давай. Кому сейчас легко, что ли? Крайнее упражнение давай. О, здорово. Класс. Очень. Чуть быстрее, чтобы дыхание делать. Нерви, я помогу уже. О. Сильнее, рассади, рассади, рассади. Вот. Без рывка, без рывка. Классно, здорово. Класс. Еще два. И еще раз. Нравится. Хороший праздник. Пи-пи-пи-пи. Так, 40 поставил, да? Ага. Что мяса много будет, или кто говорит маленькое будет, кто говорит думаю, не жесткое. Не меньше. Не меньше. Не нормальных пропорций. Попробуй. В воскресенье есть. Будет NBC Inferno. 2 часа. Съезди, посмотри на уровень. Угу. Как раз там и есть бикини. В воскресенье в это? Да. Подожди, а 5 числа будет? Не знаю, даже вот меня пригласили просто в воскресенье 2 часа. А Шамин когда? 5 числа финале нет? Совершенно не скажу. Не знаю. Не, не поеду, но можешь съездить посмотреть. Да, я не очень была. Много дел. Заодно посмотришь, они на сцене еще больше выглядят по цвету. Я думаю, там кондиции не меньше твоих все равно. Есть, да, девочки в регион, очень маленькие, а так действительно дальше повыше. Нет, я сейчас объясню, я не в данном плане. Я просто сейчас. Мы пойдем кофейку попьем. Мишань, без рывка, я помогу, давай, чекнул. Без рывка, пожалуйста, вполне. Вот сейчас хорошо. Не подрывай сверху. Прожимай, вот сверху начинай прожимать. О, как будто в позу встаю, двойной без. Вот так. Прожимай спину. И еще раз. Когда с помощью ты пользуешься тем, что как бы просто спину напрягаешь. Последнее я больше всех понял. Когда сказали, прожимай двойной сзади.
До меня дошло, я как бы, да, зашел к нам. Под лопаточку. Что начало? Двойной жми. Давай, двойной дави. Не буду шутить на эту тему. Я говорю, не буду шутить на эту тему. А как ты хотел пошутить на эту тему? Давай, да. Вожу, когда наверх поднимаю. Да. Во, здорово. И плечи строго вверх. Плечи строго вверх. Вот так. Вот, класс. И еще разочек. Молодец.